250 баллов. Мой любимый продукт – батончик Wellness. Меня зовут Проскурков Дмитрий, я сделал 300 баллов, мой любимый продукт – туалетная вода Мецова. Какой продукт? Погромче. Погромче можно, пожалуйста? Поближе микрофон. Мы ничего не услышали. Туалетная вода – мой любимый продукт. 250 баллов мы сделали. Так, давайте ей попробуем. Меня зовут Добрый Эльвир. В том каталоге я сделала 250 баллов. И мне нравится новая линейка «Заман». Спасибо. В прошлом каталоге я сделала 250 баллов. Мой любимый продукт – «Велоспор». Спасибо. У нас есть несколько консультантов, которые перевыполняют свои планы. Меня зовут Светлана Филиппова, я сделала 253 балла. Мой любимый продукт – палитра Demi Moore. Меня зовут Надежда. В предыдущем каталоге я сделала 450 баллов. В этом каталоге 280 баллов. Мой любимый продукт – многие. Нет у меня любимых продуктов. Я много люблю. На следующем квартале мы еще тебя проверим, как вы справитесь. И ваш. Меня зовут Дмитрий. Я сделал в прошлом году 280 баллов. В этом каталоге уже сделал 280 баллов. Эту неделю. Наверное, это туалетная вода. Повар маск. Скорее всего, вот так. Мужская туалетная вода. Обратите внимание на шикарную картину, которая сейчас достанется одному из тех людей, которые стоят на сцене. Если вы хотите получить такую же, то работайте, совершенствуйтесь вместе с Oriflame. Итак, что же скажет наш лототрон? Кто у нас сегодня первый раз пришел? Или самый юный зритель у нас есть? Самый юный, есть ли у нас? Или у нас есть? Кто у нас? Визуализация. Мы поздравляем Татьяну.